самого начала игра обещала быть жесткой, главное, непредсказуемой. Российская женская сборная последний раз была в финале Кубка мира 21 год назад. Однако на этот раз наши ватерполистки не собирались уступать. И все же первый мяч был в наши ворота почти в начале встречи. Ответ не заставил себя долго ждать. Трибуны взорвались. Однако незадолго до окончания первого периода американки забили еще один мяч и на перерыв ушли в плюсе 2-1. Второй отрезок соперницы прибавляли, увеличивая отрыв. У российских ватерполисток был шанс забить еще, но даже удаление вратаря соперниц не принесло желанного гола 5-2. В третьем периоде разрыв увеличился 7-3. Наши тренеры несколько раз брали тайм-аут и перестраивали игру. Мы настраивались на очень жесткую игру. Да, у нас не получилось немножко в нападении, и поэтому мы не реализовали свои моменты, и поэтому мы проиграли всего лишь 3 мяча. Но тренер всегда кричит, и он так наоборот дает силы, чтобы мы отбивались, забивали. Сражения были мощными, девушки буквально топили друг друга. Удаления следовали одно за другим. В последнем периоде мяч упорно не шел в ворота соперниц. И даже 2 гола, которые забили российские ватерболистки, не спасли положение. Итог матча 8-5. Было обидно, потому что, опять же, мы ничем не уступали. Да, подкачали реализацию своих каких-то моментов, понятное дело. Но было обидно, потому что, ну, правда, были уверены в том, что у нас есть шанс. Есть шанс. Команда сильная, Америки. Тут, ну, тоже не будем, что греха таить. Они олимпийские чемпионы, там, чемпионы всего, что возможно, да. И появилась такая возможность все-таки выиграть их. Ну, к сожалению, что-то не получилось. Но, опять же, так будет не всегда. Накануне американцы наблюдали за полуфиналом, где наша команда обыграла австралиек 5-3. Тренер США в беседе с президентом Федерации водного пола России Алексеем Власенко сказал, что уже боится наших ватерполисток. И в финале мы доказали, что не зря. Он меня поздравил, у вас, говорит, сумасшедшая команда. И мы, говорит, понимаем, что это наш будет основной соперник на Олимпийских играх в Токио. Ни австралийцы, говорит, ни Китай, никто, именно Россия. Сегодня мы сделали немножко революции, новый шаг. И мы сегодня понимаем, что эту команду можно обыгрывать, что она не такая уж и непобедимая. И есть у них тоже слабые и сильные стороны, как у всех. В итоге сборная США стала обладательницей Кубка мира по водному поло 2018. Наши ватерполистки – серебряные медалистки. Третье место заняла команда Австралии. 2 часа ранее она обыграла сборную Испании. Анна Марченко, Наталья Степанова, Денис Зонов, Сургут, Интерновости.